Привет, друзья! Качественная стиральная машина – это желанный электроприбор в любом жилище. Вот только что означает качественная? Не рвет белье во время стирки – уже хорошо. Или качество напрямую зависит от производителя и, соответственно, от цены? Будем разбираться вместе. В этом видео мы расскажем, от каких критериев следует отталкиваться при выборе домашней помощницы. И также рассмотрим рейтинг самых качественных стиральных машин. Прежде всего, определимся, по каким критериям можно отследить надежность стиральной машины. За основу возьмем требования, обозначенные в государственном стандарте 8051-83. ГОСТ гласит, что средний срок работы стиральной машины должен составлять 700 часов. Но реальность суровее стандартов. Мы проанализировали реальные отзывы покупателей, оставленные на Яндекс.Маркет, Отзовик, iRecommend и прочих платформах. Большинство пользователей единодушные. Средний срок службы 90% современных стиральных машин 8-10 лет. И лишь несколько брендов, о которых мы расскажем далее, могут похвастаться производством выносливых машин, которые прослужат 15 или даже 20 лет. Класс стирки обозначается буквами А, к ней могут добавляться плюсы, Б и так далее. Так вот, согласно ГОСТу, хорошей считается машина класса А, в крайнем случае Б. Оценку А получает машинка, которая отстирала грязь с вещей независимо от их состава. В стирке электроприбором класса Б есть свои нюансы, но существенная разница заметна только при ближайшем рассмотрении на крупных вещах, например, белых простынях. Класс отжима также обозначается буквами A и G, где A – это наилучший показатель, а B – очень хороший и так далее. Следует понимать, что чем тщательнее отжимается белье, тем сильнее оно скручивается и, как следствие, портится. Если машина покупается для стирки преимущественно вещей из плотного материала, следует выбирать класс A, B и C от 1000 и выше оборотов. Для отжима деликатных тканей актуален класс D – 800-1000 оборотов в минуту. Качество бака и барабана надежной стиральной машины. От этого параметра зависит правильность работы машины. Барабаны практически всегда делают из нержавеющей стали. Баки могут производиться из эмалированной, это применяется при изготовлении наиболее бюджетных моделей, или нержавеющей стали. Такой бак прослужит дольше, но и шуметь машина будет сильнее. Еще один вариант – пластиковый бак. Позволяет сэкономить на потребляемом электричестве и стоимости машины. Не дает прибору шуметь во время работы. Защита от протечек. В большинстве бюджетных моделей устанавливается частичная защита. Вода отключается при возникновении проблем с баком. Более дорогие модели чутко реагируют на неисправности шлангов и могут предотвратить такую неприятность, как непредвиденное затопление соседей снизу. Учитывая описанные критерии, мы составили рейтинг самых надежных стиральных машин. Каждую из моделей мы будем прогонять по этим критериям, не забывая учитывать и сложности, с которыми столкнулись потребители в процессе эксплуатации той или иной машины. LG Direct Drive. LG – это компания-инноватор, которая первой начала разрабатывать стиральные машины с прямым приводом. В машинах с прямым приводом отсутствуют ремни или щетки. Такой двигатель считается высоконадежным. Кроме того, он уменьшает шум и вибрацию машины в процессе стирки. Одним из лидеров в модельном ряде машин с приводом Direct Drive считается машина LG FH0C3ND. Эта машина оснащена контролем за уровнем пены и опцией защиты от детей. Скорость отжима белья и температура могут регулироваться. Но есть у нее и несколько недостатков. В машине отсутствует сигнал об окончании работы программ. При загрузке большого количества вещей качество отжима невелико. В резинке уплотнителя может скапливаться вода, а иногда оставаться мелкие предметы одежды типа носок или перчаток. Выставить температуру 30 градусов по Цельсию нельзя, только 40 и 20. Компания Bosch выпускает машины класса Classics и Max 5. Первый класс – базовый, начальный, а второй относится к классу Comfort. Рассмотрим модель Bosch Max 5 Speed Perfect WLG 2016-20E. Машина работает максимально тихо. Есть функция отсрочка старта и дозагрузка белья, но не обошлось и без недостатков. Во-первых, устройство не оповещает об окончании стирки. Во-вторых, после стирки часть порошка остается на стенке дверцы. В зазор между уплотнителем и дверцей попадают мелкие вещи, носки, носовые платки, и они остаются неотстиранными. Защелка на дверце не самая надежная, может западать и даже ломаться. Стоимость WLG 2016-20E в магазинах стартует от 24 тысяч рублей. Samsung Eco Bubble.
Дословно, это экологичные пузырики. Осуществляется в машинах Samsung за счет специального парогенератора. В самом начале стирки моющее средство взбалтывается с воздухом и водой. В результате образуется легкая пена, которая проникает в волокна ткани в 40 раз быстрее обычной воды с порошком. Белье отстирывается эффективнее и аккуратнее. Здесь можно безбоязнее стирать тонкие деликатные ткани. При полоскании такая пена равномерно вымывается, не оставляя на вещах разводов. Яркий представитель машинной системы EcoBubble Samsung WF0804Y8N. Надежность машины обусловлена прямым приводом двигателя. Технология Volt Control защищает прибор от перепадов напряжения в сети. Стирка и отжим происходят в тихом режиме. Отдельное преимущество – вместительный барабан. Сюда можно без труда поместить два комплекта постельного белья или большую подушку. Samsung WF0804Y8N – надежная стиральная машина, но не без недостатков. Например, низкая эффективность при работе на режиме «ручная стирка». Среднее качество полоскания. Вещи после стирки, особенно при полной загрузке барабана, периодически отдают порошком. Стоимость этой модели стартует от 16 тысяч рублей. Рассмотрим Indesit IWSB5085. Прибор предусматривает опцию «Контроль пены». Есть также контроль баланса барабана. Если вещи сбиваются в комок, барабан снижает скорость и вращается в разные стороны вплоть до полной остановки работы. Такая функция повышает срок эксплуатации устройства и делает уровень вибрации и шума машины низким. Предусмотрена здесь и экономная стирка EcoTime для небольшого количества белья, а также режим, который позволяет стирать кроссовки и спортивные костюмы. Картину портит вместительность барабана. При полном наполнении белье отстирывается не очень хорошо. Низкая эффективность наблюдается также в режиме «Быстрая стирка», в лотках для порошка часто остается вода. Средняя стоимость этой машины составляет 12 тысяч рублей. Kandy CS410052D1 – популярнейшая модель в среднем ценовом сегменте. Бережно отстирывает одежду из разных типов ткани. Рельефная поверхность барабана и генератор, создающий пену, устраняют даже сильные загрязнения. Есть опция контроля баланса барабана, если вещи сбиваются в комок, барабан снижает скорость и вращается в разные стороны вплоть до полной остановки работы. Программа защиты от детей блокирует базовые кнопки. Из минусов в этой модели можно отметить хлипкую ручку на дверце, отсек для загрузки порошка выдвигается недалеко, и если машина будет установлена под столешницу, отсек выдвигается из-под поверхности лишь слегка, насыпать порошок не очень удобно. Чувствительные сенсорные кнопки, хоть и не влияют на функциональность устройства, могут сыграть с владельцем злую шутку. Программу «Старт» можно запустить случайным касанием руки к дисплею. Цена на эту стиральную машинку стартует от 12 тысяч рублей. Electrolux EWS1046. Стиральная машина шведского бренда Electrolux заслужила хвалебные отзывы продавцов, покупателей и ремонтников. Модель EWS1046 получает заветное золото нашего рейтинга. Достаточно взглянуть на длительность срока службы машин этого бренда, чтобы понять, почему Electrolux лидирует в подборке. Машина отличается практически бесшумной работой, даже в режиме акваспрей можно различить слабые звуки, струящиеся в барабане воды и шелестящего белья. Домочадцы и соседи не заметят факт происходящей стирки даже ночной. Качество полоскания и стирки здесь на высоте. Помимо опции защиты от детей и протечек, у EWS1046 предусмотрен режим уменьшения времени стирки. Чтобы его запустить, достаточно нажатия одной кнопки. Есть у машинки недостаток, не очень, впрочем, существенный. Electrolux предпочитает низкопенные качественные порошки. При засыпанном высокопенном порошке агрегат может начать дуть пузыри и чавкать. Не стоит также сыпать много порошка. 100-120 мл качественного продукта будет достаточно. Electrolux EWS1046 – самая дорогая стиральная машина в нашей подборке. И обойдется она покупателю в 36 тысяч рублей. А какой стиральной машиной пользуетесь вы? Оправдывает ли она ваши ожидания в плане надежности и качества? Пишите об этом в комментариях. Также хотим напомнить, что все интересные обзоры и рейтинги можно посмотреть на сайте mygadget.ru.com. Ссылка есть в описании к этому видео. Ну, если это видео было для вас полезным, не забывайте подписываться на канал и ставить лайки. Большое спасибо вам за просмотр и до новых встреч!